Оп. Вот, на правую, на левую, на правую, на левую. Должны бросать на правую и на левую. На правую и на левую. Горящие глаза и четкие движения. Мунир Аблятипов отрабатывает прием мельница. Ему всего 9 лет. 3 года занимается вольной борьбой. Мне нравится вольная борьба, потому что мне нравится выигрывать. Это кадры со всероссийского турнира по вольной борьбе. Он прошел в Ставрополе в конце января. В этой схватке Мунир Аблятипов победил и стал чемпионом. На первый день старшие были, потом второй день мы младшие. Мне понравилось ездить, потому что я когда выиграл, я испытал какое-то счастье. Имдар Костемиров – победитель многих республиканских и всероссийских соревнований. Стал серебряным призером турнира. Мне этот турнир понравился тем, что там были сильные соперники и были хорошие схватки. Я рад, что я туда поехал. Победы и поражения переживают не только спортсмены, но и их родители. На борьбу у меня ходят 2 детей. Мужественные стали, сильные, меняются на глазах. Большая благодарность тренерам за то, что меняются не только во внешнем виде, но и характером. Вот, дергать нужно. Нельзя просто так стоять. Вот, хорошо, Эдем. От, молодец. Вот Эдем развернул опять же его. Отлично. Каждый день после школьных уроков в зале спортсменов встречает тренер Замира Вамилев. За 4 часа тренировок он должен не только научить своих воспитанников боевым приемам. Одна из важных задач – развить и укрепить их внутренний стержень. Впереди у крымских спортсменов новые победы. Также с этой группы мы планируем, чтобы поехало на это соревнование 5-6 человек, где будет отбор на Южный федеральный округ. Юноши уже готовятся к первенству республики, которое пройдет в Алуште с 18 по 20 февраля. Сусана Садыкова, Аким Бекиров, телеканал «Милет».